специально обученные люди измеряют температуру и публикуют ее. Первое купание сегодня в 9 утра, даже без 29 девочки искупались. Анапские барханы. Чудесное место для детей, конечно. Мы приехали сегодня с утра пораньше, 8:30 уже были на месте, хотя можно было бы, конечно, еще пораньше. Вообще мечтали поехать на чистую воду, на малую бухту, но внезапно еще от хутора Красных нам встретилась пробка. Поняли, что по городу еще будем мучиться достаточно долго, и поехали напрямую на наш Гастагаевский пляж. Здесь пансионат «Кристалл». Вот, где нас ждала, конечно, трава. Год достаточно необычный, как мне сказал спасатель на центральном пляже. С 28 апреля он дежурит, и все это время вода, трава не уходит. Не уходит. В большем или меньшем количестве она присутствует. Но Черное море пока еще достаточно прохладное, 20 градусов. Ну, это Черное море. Но редко бывает теплее в это время. Вот в конце июня, конечно, и основной поток отдыхающих, соответственно. Какими бы мы ни были патриотами, но трава, честно говоря, это зеленая, знаешь, комка водоросли уже достали, надоели. Странное дело, нету штормов никаких. Ну, штормов достаточного волнения, чтобы хотя бы 2 балла было. Нету этого знаменитого коварного тягуна, который уносит воду в море и, соответственно, мог бы унести эту траву. Какое-то направление ветра должно прийти благоприятное, чтобы очистить пляж. Как ты себя чувствуешь? Не знаю. Закопали в песок. Что, тебя еще закопать? Да. Еще. А пожалуйста, ты кто будет говорить? Пожалуйста, мне. Обезьянничка, обезьянничка. Ты Ариша закопана. Арина, давай. Ася прервала Аринино блаженство. Народы двигаются на пляже. С каждой минутой заполняется пляж. Трава зеленая, вода зеленая, но тем не менее, это море.
тут же вода прозрачная. Тут же мелководье. Причуда анапских пляжей. Сейчас именно для вас возвращение банана. Ну вот, к половине 11-го пляж густо заселился. Санатории тут изо всех сил проводят зарядку. Мы уже поснимали их с музыкой. Прибрежная полоса застелена тряпочками. Лежаки под тентами пансионатов заполнились на 90%. В общем, пляжный рабочий день в разгаре. А, ну и, кстати, вот вода. Вот она прозрачная, 20 метров до берега прозрачная. Сами вы это видите. Вот тут начинается травка. И прибрежные 10 метров, там, конечно, густая трава. Ну, то есть перешагнуть и купаться в море. И это фиаско, побеждает команда Максима. Аплодисменты! Добрались до машины после пляжа с мороженым. Пошли смотреть, что из себя представляет Бора-Бора. Какие развлечения? Может быть, тоже сюда сходим.